Всем привет, друзья! Сегодня здесь Санёк. Санёк приехал, да? Данёк тоже здесь. И сегодня мы снимем крутую зарубу. Это будут подтягивания, отжимания на брусьях и отжимания от пола. Но необычные. Подтягивания и отжимания на брусьях будут с 24 килограммами. Везде будет по 20 повторений. Отжимания, подтягивания, отжимания от пола. И нужно сделать за минимальное количество времени. Кто сделает, тот выиграл. Готовы? И все Нет. можно делать в любом распорядке. В любом распорядке. Ты выбираешь, как ты хочешь сделать, главное, за любые время подтягивания, любыми хватами, как хотите. Санёк тут перед зарубой решил пожать соточку. Посмотрим, насколько пожмет. Какая соточка. Хорошо идет, Сань. Хорошо, хорошо. Слушай, я сейчас так устал. Ё-моё. Ну что, соточка пошла, да? Сань, насколько сделаешь, как думаешь? Не знаю. Сделай, не знаю. На 5 давай. Ой, я постараюсь. After the summer achievements, I got a long sleeve. Supposedly, think about it. In reality, you running out of options. Starting to see the coffin with the Bible preach. I'm way ahead on private beach. My hair bleached on the cover of a magazine. I got the paper doing pictures on the coca bean. Doing all the things you can. Жесть, хорош. Просто отец. Теперь есть вариант, короче, что Данёк покажет, сколько он на максимум подтягивается с максимальным весом. Вот видите, вот это хитрое лицо, он хочет, чтобы мы устали перед зарубой. Перед зарубой, чтобы устали, у меня рыбка переварилась в желудке. Это коварный план, короче. Данёк, покажешь, как надо. Если хотите, чтобы он показал, ставьте лайк обязательно прямо сейчас. Переходите на мой канал. Переходите на его канал, на Санин канал, и подписывайтесь на них, потому что они мощные. Инстаграм тоже. Поехали. 70 килограмм, 75 ты готов? Килограмм. Я готов. Давай. И тут тоже 25. Он на самом деле больной, он с первого подхода, но со второго подхода захотел 75 делать. Я это очень большой вес, но смотри, не порвись. У кого-то даже приседа такого нет, 75. Артур, не смеши, иначе я не смеши. Было? Ага. Хорош. Я думаю, если еще разомнусь, минут 10-15 я с 80 сделал, но делать я это, конечно, не буду. Так, ребят, переходим к зарубе. Тут у нас турник очень фиговый, он, блин, железный. Тут хват тонкий. Фиговый, да, тонкий. Но так как у нас тут сразу же брусья идут, то это получается удобно, и мы не будем бегать. Да, пацаны, они просто отмазываются. Нормальный турник пацанский. Будем страдать, короче, полетели. Я начинаю первым, потому что они все-таки страдали, отдыхают пусть. Раз, два, три. Еще 20 от пола. Еще отнимем одну секунду, я завтыкал, медленно нажал. 3:36.
Ну, слушайте, короче, ощущения такие, что я сразу же сделал брусья на максимум. У меня реально подзабились мышцы уже. Ну, просто силы ушли. Не то, чтобы там бицепсы подзабились и так далее. Просто силы ушли. Подтягивание было сложно делать. Сейчас посмотрим, как ребята искать, сделают. Пора, да? Ты скажи, когда старт. Сейчас скажу старт. Раз, два, три. Yeah, pretend like you're gonna leave. Just one shot of Hennessy. Next thing you run over me, all over me. We act like we're hard to get, but we know this is imminent. Cause we keep falling right into it, right into it. Oh, we were only fun. Teach me love. 18 тебе. 20. 18. Я считал. Я еще удивился, какого фига с 24 он взял. Сейчас 18 насчитал. Пересчитаем на камере. Big words promised everything. 2.22 где-то было, да? Короче, ребят, как я и сказал Даньку, он не сделал на брусьях 2 повторения еще. Почему-то он на турнике сначала не сделал 20. Я говорю, ты 18 только сделал. Он такой, 20 я сделал, блин. Потом на брусьях говорит, 20 я сделал, на самом деле 18. Вот. Напишите, короче, как вы считаете в комментариях, техническое поражение, либо просто прибавим, там, не знаю, сколько, секунд 30, да, может быть. Ну, короче, результат у него хороший, он красавчик, давай 5. I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing low, everybody's singing low. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Можно разными хватами, братан, можно обратно. 20, хорош. Смотри, он нормально идет. Там далеко. Нет, не 6 минут. Смотри, красавчик. 2.34. Двадцать, ё-моё, на сколько, на 15 секунд быстрее меня сделал, блин, дай 5. Вообще просто монстр. Ну что, друзья, у нас получилось, я последнее место занял, Санёк второе, Данёк первое. Считаю, что все классно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите много комментариев, и на нас подписывайтесь. Пока.